21! Не сверкают степи и плиты. Это пахнет. И последний еще один. 25! 32 надо. Ну 26 тоже 31! Хорошо. 31 Алексей у нас. У вас сколько? 26. 26, так. Где-то у нас там призы для силачей. Сейчас я быстренько тут всех победю. Ну все, я думаю, хватит. Так, ну что, еще-то, кто у нас? Да ты подожди, кто, царь, батюшка. Смотри, подожди. Поднял же, готов. Вот идет. Ты посмотри, как он подготовился, царь, батюшка. Сейчас точно выиграет. Смотри, это как-то специально так надо, да? Молодец, как зовут? Николай. А вас? Георгий. Так, Николай против Георгия. Ну попробуй, вдруг сильно легкое. Нормально? Нормально тебе? Нормально. Ну что, готовы? Раз. Два. Три. Поехали! Не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую. Поддержи!
нравится. Смотри, не сломайся. Я! И ты! Не сломайся. А пока у нас за воронушки выходят, вы представляете, у нас добрый молодец в 14 лет почти залез. Вы представляете, иди сюда, где ты? Где ты, мой хороший? Иди сюда. Вы представляете, вот ему в этом году 14, а на следующий год он 2 раза залезет, да? Залезешь? 3 раза, говорит, залезу. Как зовут? Егор. Егор, давай, чего ты там? Мантоварку. Вот манты будешь кушать? 4 раза залезешь. А на манты пригласишь? Ну ладно. Это так мы ему, что он почти залез. Вы видели, как он залазил? В 14 лет самый молодой участник у нас на Масленице. И поэтому мы дарим тебе мантоварку. А на сцене ансамбль «За воронушки»!